Привет, друзья! Судя по одному из предыдущих видео, а именно по количеству просмотров, вам интересна тема ЧПУ. Конечно, это не изделие, сделанное своими руками, но не приложив усилий, и этого может не получиться. Сегодня тоже будет простая тема с интересным результатом. В данном видео я поставил задачу для себя создать несколько коробочек для украшений. Дело в том, что мне стало интересно, насколько точно удастся сопряжение двух половинок той или иной шкатулки. Оказалось, все достаточно просто. Расскажу на примере круглой формы. Нам нужно построить три окружности. Одна — это внутренний диаметр коробочки, вторая — наружный. А средняя — это выборка шипа, либо паза для сопряжения в единую шкатулку. Еще я хотел добиться, чтобы коробочки плотно закрывались и легко открывались. А самое главное, чтобы при переворачивании коробочка не открывалась самопроизвольно. С круглой формой достаточно просто добиться поставленных задач. И остается сбить наждачной бумагой кромку с торчащими волокнами древесины, чтобы две детали сошлись. В качестве заготовки использовал дубовый клееный щит толщиной 20 мм. Забегая вперед, скажу, что полученные коробочки с общей высотой 40 мм достаточно вместительны. И туда можно разместить кольца, либо другие украшения с очень большими камнями. Также я построил весь процесс, используя только одну фрезу для всех операций. Это концевая 6-мм фреза с прямыми ножами. Конечно же, сперва операция по выборке полости коробочки, потом формовка на одной из половинок шипа, а на другой — паза. И конечная операция — это вырезка по контуру. Таким же методом я сделал и квадратную коробочку. Здесь тоже все просто. Три квадрата задают пошаговость обработки, и на выходе получаем готовый результат с идеальным сопряжением. Плюс квадратной коробочки при тех же габаритах, как и у круглой, — это большая вместительность. А вот следующая форма — это пятиугольник, и с теми же габаритами он наоборот получается менее вместительный. Но зато в эту форму кольцо можно поставить вертикально. При вырезке по контуру одну из деталей вырвало, и фреза ее посекла. Ничего, это не беда, щит большой, исправим эту ситуацию, вырезав новую деталь. Все дело в том, что я не оставил припуска и задал полную глубину обработки в 20 мм, не подумав, что может произойти данная неприятность. Как говорится, на ошибках учатся. Итак, с мелкими коробочками понятно, а хочется сделать что-то более похожее на шкатулку с размерами немного побольше. Опять же, не стал делать форму похожую на предыдущие, накидал программу для изготовления коробочки овальной формы. Процесс обработки тоже построил на использовании только одной 6-мм фрезы. Операции по обработке заняли немного больше времени, но конечный результат получил идеальное сопряжение. Это все простые формы, и для следующей я выбрал форму сердца. Наиболее красивая и подходящая форма для шкатулки с украшениями.
Также данная коробочка и по размеру получилась больше, чем предыдущие. Кстати, пока станок производит фрезеровку одной из деталей, можно предыдущую вручную при помощи наждачной бумаги обработать, чтобы убрать торчащие волокна. Коробочки готовы. На некоторых из них решил обгонной фрезой снять кромку, чтобы понять, насколько изменится внешний вид. Остальные оставил так, как есть. Переходим к обработке поверхности маслом. Оно не только создаст защитный слой изделия, но и проявит текстурный рисунок древесины. Для этого я использовал прозрачное масло. Оставляем все детали до полного впитывания масла и отола. Итак, на этом весь процесс изготовления закончен. Как я и сказал, начиная с создания программы по обработке и заканчивая обработкой древесины маслом, мы дошли до готового изделия. Результат, как по мне, отличный, и даже с учетом того, что это клееный щит, достаточно привлекательный. Если вам нравится тема ЧПУ, напишите, какое изделие вы бы хотели увидеть в моем исполнении. Обязательно постараюсь сделать видео наиболее информативным. А на этом пока все. Всем спасибо за внимание. Обязательно до новых встреч!